Мене звуть Надія Макаренко, і я в туризмі з 2006 року займаюся виїзним туризмом і також в'їзним туризмом. Представляю декілька брендів. Travel Designer, в рамках якого ми сьогодні зібралися, Travel Ukraine, це про подорожі Україною для українців та іноземців, і NLM Signature Travel Collection, це мій бренд з 2015 року, який присвячений представницьким послугам для закордонних DMC готельєрів і також для діджитал маркетинга, для діджитал просування для туристичних компаній. Щодо Travel Designer, якого ми представляємо, то він заснований в 2020 році і спеціалізується на островах Індійського океану і Африки. І можу сказати, що нас характеризує велика поглибленість, експертність в цих напрямках, особливо Мальдіви, Сейшели, Маврикі. Всі ці напрямки ми добре знаємо, і більш того, навіть такі рідкі напрямки, як Реюньйон або Мадагаскар, ми теж непогано знаємо. І ми постійно розширюємо базу знань наших партнерів в рамках цього вебінару, ви бачите, так? Багато всього ми робимо, і ви можете відслідковувати нас також на YouTube, всіх соцмережах, бачити про нашу діяльність. Ми стараємося швидко реагувати на ваші запити, тому в рамках одної години ми ставимо для себе за мету прийняти до уваги ваш запит і найшвидше відповісти на нього. Ми використовуємо найкращих постачальників і, звісно, в акценті travel designer, як туроператора, ми все ж таки працюємо більше з агентствами, ніж з прямими клієнтами. Для наших агентств у нас є система бонусів і система лояльності, про яку ми зможемо поговорити з вами індивідуально, якщо вас це цікавить. І, як ви помітили, ми україномовний туристичний оператор, тож намагаємося всю нашу комунікацію вести саме на українській мові. Більш того, ми навіть стараємось вам надавати українських гідів на місцях напрямки, які ми пропонуємо. А щодо напрямків, які ми пропонуємо, то це наразі 12 напрямків. Серед них острови Індійського океану, це Маврикі, Сейшели, Мальдіви, Шрі-Ланка, Занзібар, Реюньйон, Мадагаскар і африканські країни. І також будуть додані в наступному році і інші напрямки з Африки, тому слідкуйте. Зараз на сайті компанії ви вже можете знайти багато інформації про ці напрямки і про програми. Якщо навіть там тих програм немає, вони просто нам треба час, щоб їх додавати, тому пишіть і ми допоможемо вам з бронюванням. Ну а зараз я переключаюсь на русский язик і прошу включитися Анастасію, представителя отеля Raffles на Сейшела. И сегодня она с вами поделится презентацией. Напоминаю, у нас короткий вебинар, то есть в рамках 20-25 минут Анастасия сделает нам презентацию, и после этого у нас останутся вопросы. Если останутся вопросы, мы сможем их задать, поэтому слушаем внимательно. Я думаю, что вебинар будет очень ценный. Анастасия, я передаю вам сейчас хост, вы сможете включить презентацию, и также отключаюсь, не буду вас уже отвлекать. Надя, спасибо большое. И представлюсь еще раз, меня зовут Анастасия Курчевская, я представляю отель Raffles Сейшелы на рынках России, Украины и СНГ. Быстро скажу, что помимо этого у меня еще есть отели Мовенпик Мальдивы, которые я также веду, и отель на Маврике, это Соу и Софитель, поэтому по этим отелям также можно ко мне. Ну, а сегодня у нас Raffles, поэтому начну я вам рассказывать про прекраснейший отель и как же нам добраться до острова Брасли, на котором находится Raffles. У нас есть несколько вариантов. Первый вариант – это самолет Air Seychelles, который летает 18 минут с основного острова Майн до аэропорта острова Браслин, и дальше на машине 30 минут до Raffles.
Второй вариант, конечно, который самый предпочтительный для наших гостей, которые больше всего любят, это вертолет. Вертолет улетает также из международного аэропорта на Майи, летит те же 18 минут и приземляется уже у нас в отеле, у нас есть хелипад, и дальше гостей на баги везут на виллу, и чекин происходит на вилле. И третий вариант – это паром, который называется Кэт-Коко, который курсирует несколько раз в день между Майи и Браслином. Это достаточно быстро, час в дороге и дальше 15 минут до отеля. Вот, собственно, глобально три способа, как можно добраться. И, как вы видите на схеме, Рафлс находится в бухте, закрытый островом Кюриос от прямого океана. Поэтому у нас есть огромный бонус в том, что у нас нет течений, отливов, приливов и волн. Поэтому 365 дней в году вы будете наслаждаться идеальным пляжем и купанием, как наши гости это любят и понимают. И вот схема нашего отеля. У нас 86 вилл, исключительно виллы, все виллы с собственными частными бассейнами, большими террасами. И, как видите, немножко отель находится на горе. Во-первых, это обеспечивает, конечно, потрясающий вид для вилл, которые находятся выше. Все передвижение в отеле на баке, но также спокойно можно ходить, где-то минут 7 занимает прекрасная прогулка сверху до пляжа. И, наверное, самые важные вопросы возникают по поводу пляжа. Как раз вот сейчас на картинке вы его видите. Пляж идеальный, хороший, купание замечательно. И мы не выставляем лежаки заранее, мы выставляем всегда лежаки по запросу клиента. То есть выходит гость на пляж, его встречает наш бичбой, спрашивает, какой лежак, куда он хочет, какой зонт. И дальше по желанию клиента, соответственно, это все выставляется. Поэтому полный сервис на пляже, естественно, в отеле «Рафлс» существует. Ну вот как раз пляж, он у нас не очень большой, порядка 400 метров, зато, как я сказала, самое спокойное море и самое идеальное купание. Что касается размещения, у нас 86 вилл, вот как раз здесь вы видите прекрасные виды на Индийский океан и на близлежащие острова, что совершенно, на мой взгляд, это просто какие-то обморочительные виды. Значит, у нас есть глобально три категории вилл. Первая – это вилла, one bedroom вилла и two bedroom вилла, то есть вот они делятся так, и даже в каждой своей категории виллы делятся по виду. В категории вилла у нас есть hillside, Ocean и панорамик. Вот, собственно, фотография перед вами как раз панорамик. Все виллы, абсолютно все виллы окружены тропическими садами, поэтому максимально, что со своей террасы могут увидеть гости, это крыша соседних вилл и зелень. Никаких соседей, никаких людей, никого, никто не видит и не слышит. Это, конечно, огромный плюс для приватности гостей и в связи, в общем-то, с нашим все еще, к сожалению, пандемийным миром. Очень многие гости предпочитают оставаться на вилле, что обеспечивает им абсолютную приватность и комфорт. Все виллы с бассейнами, с террасами, как вы видите, и внутри выглядят они у нас вот так, большая спальня, вся вилла занимает порядка 125 квадратных метров, также есть большая гардеробная рабочая зона и ванная комната. Стандарт размещения у нас идет 2 плюс 2, дети у нас идут до 12 лет, и в данной категории мы размещаем 2 плюс 2 и ставим одну дополнительную кровать. Вот так выглядят наши красивые ванные комнаты, плюс тропический душ обязательно на открытом воздухе у нас есть. Следующая категория – это one bedroom, соответственно, здесь больше гостиная, как вы видите, терраса на воздухе, большой бассейн 20 квадратных метров, вот такая большая гостиная и отдельная спальня со своей отдельной виллой, которая закрывается дверью от гостиной, то есть у нас получается действительно полноценная спальня и полноценная гостиная. И следующая категория, у нас всего 4 виллы в этой категории, это two bedroom, 2 отдельные спальни, каждая со своей ванной комнатой, большая гостиная с кухней и большая терраса с бассейном 20 квадратных метров. Здесь у нас две виллы Ocean View и две виллы Beachfront, что очень любимо нашими гостями, потому что это виллы, которые находятся в непосредственной близости от пляжа, со своим собственным пляжем, куда не ходят гости из отеля. И на пляже есть гамаки, естественно, лежаки, зонты, все это есть, также гамаки и очень красивые качели. Поэтому Инстаграм наше любимое занятие гостей, когда они живут в такой вилле. Такие ванные комнаты абсолютно во всех виллах, с такими потрясающими видами. Конечно, это и романтично, и невозможно красиво, поэтому нас тоже любят из-за этого. Два бассейна по 45 метров в длину, два инфинити-пула и, конечно, около бассейна обязательно бар с музыкой, с диджеем и рестораном.
Отдельно нужно упомянуть наш wellness и спа-центр, потому что в этом году мы выиграли очередную награду «Лучший спа в Индийском океане». У нас большой спа-центр, порядка 3000 квадратных метров, у нас 12 процедурных кабинетов, вот они выглядят у нас вот так, никаких кондиционеров, никакой музыки, исключительно пение птиц и легкий морской бриз. Есть парные кабинеты, конечно, все виды массажа, мы работаем на косметике Biologic Research и ароматерапии London. И есть также бассейн, хамам, джакузи с свободным пользованием гостей, что очень здорово. Отдельно хочу также рассказать историю, без которой, наверное, немыслима вся наша концепция ресторанов и баров. Наш шеф-повар, который приехал несколько лет назад из Дубая, решил, что он очень хочет разбить именно сад, где будут выращивать локальные продукты, которые он будет использовать для того, чтобы... потом, ну, который будет использоваться, собственно, в приготовлении блюд. И на фотографии Джейсон, наш садовник, который взялся за это дело, и за несколько лет действительно у нас появился свой сад, где мы выращиваем и овощи, и фрукты, и травы, и вот он отвечает за это, ему было 70 лет, когда он к нам пришел, сейчас ему 74, он звезда Сейшел, к нам постоянно приезжает его снимать, и, в общем, все, что происходит на кухне волшебство из локальных продуктов, это все его заслуга. И когда ваши гости видят в меню надпись «Local», то это означает, что это действительно из нашего огорода. У нас 3 ресторана. Наш основной ресторан «Лосиан», где у нас проходят завтраки, обязательно шампанское на завтрак. И также здесь у нас проходят ужины, либо ужина а-ля карт, это креольская европейская кухня, либо это тематический ужин. Каждый вечер у нас есть какой-то отдельный тематический ужин. Это может быть индийская кухня, это может быть арабская ночь, это может быть ночь под звездами, когда наш шеф-повар выносит большой гриль и готовит рыбу на гриле при гостях. Обязательно живая музыка. И напротив этого ресторана у нас находится наш бар «Дензен», бар-библиотека, где мы предлагаем гостям, естественно, попробовать коктейля «Праслин Слинг», отдавая дань нашему, в общем-то, прапрародителю «Сингапур Слинг». И вот как раз на фото напротив вы видите потрясающий остров Кюриоз, который нас защищает от всех невзгод открытого океана. Обед у нас обычно проходит на пляже. На пляж можно заказать из любого ресторана любое блюдо, либо в ресторане около бассейна, который открыт с 12 до 5. И на ужин у нас еще есть несколько опций. Это суши-рум, соответственно, суши-сашими. И ресторан «Кюриоз», который вы видите справа, это паназиатская кухня, единственный ресторан на Сейшелах, который предлагает именно паназиатскую кухню. Должна сказать, что все меню в ресторанах переведены на русский язык, поэтому никаких сложностей у ваших гостей не возникнут с пониманием блюд или каких-либо ингредиентов. И проживание у нас может быть на завтраках, на полупансионе, либо полном пансионе. При этом полупансион дает вам возможность менять обеды на завтраки день в день. И при фуллборде, хаббборде, dining around, то есть в любой ресторан, открытый сегодня, гости могут прийти за исключением нескольких позиций, например, лобстер или какие-то такие позиции, которые могут быть за дополнительную плату. Все остальное, это входит в концепцию фуллборд, хаббборд, что тоже несомненный большой плюс. Мы проводим огромное количество мастер-классов по приготовлению креольских блюд, по приготовлению монококтейлей. И также, конечно, мы не забываем, что на Сейшелах, мне кажется, Сейшел – это мека для молодожен и для тех, кто прилетает заключать брак, будь то это символическая церемония, либо настоящая. И мы пользуемся прекрасным положением на берегу океана и, конечно, невероятной красотой Сейшел. У нас огромное количество таких вот скрытых локаций, где мы проводим либо небольшие романтические ужины, либо какие-то более такие широкие, более большие ужины, церемонии, что-либо. Поэтому все, что касается романтического отдыха, это смело к нам. У нас есть специальная команда из 4 человек, которая занимается именно организацией всевозможных мероприятий. И мы с большим удовольствием это делаем. Мероприятия любые от 2 до 60 человек мы запросто организуем. Вот как раз приготовление «Праслин Слинг». И отдельно я должна, конечно, упомянуть детей. Мы очень любим семьи с детьми, они отвечают нам взаимностью. И, конечно, такое потрясающее расположение и идеальный пляж без течений, без волн – это, конечно, огромный плюс для семьи с детьми. У нас потрясающий Sugar Palms Club, который открыт с 9 до 5, для детей с 4 до 12 лет совершенно бесплатно. И для детей у нас каждый час организованы какие-либо активности. Например, они рисуют, они пекут браун,
камни, они делают пиццу, они рисуют на шляпах, то есть они постоянно у нас чем-то заняты, и у нас есть также клуб для подростков от 13 до 18 лет, где у них есть приставки, где у них есть тоже разные активности, то есть подросткам тоже есть чем заняться у нас. Для маленьких детей, которые совсем-совсем малыши, у нас есть специальные щетки, у нас есть специальные подогреватели, стерилизаторы, ванночки. Мы можем, естественно, любое блюдо сделать в виде пюре или кусочков, как скажут родители. И для всех детей без исключения у нас халаты, соответственно, возрасту, детская косметика, детская игрушка при заезде мы им дарим. И также у нас специальные наборы для чистки зубов, это гипоаллергенная паста и деревянная зубная щетка. Ну и, конечно, возвращаясь еще к прекрасным Сейшелам для романтиков и для пар, недалеко от нашего отеля, в 5 минутах езды, у нас есть потрясающий красоты пляж Анслацио, который выбран был в течение многих лет одним из самых красивых пляжей мира. И мы организуем вот такой коктейль на закате. Мы, соответственно, делаем сетап и привозим гостей для того, чтобы они насладились видом на закат. Я должна сказать, что это невероятное ощущение, когда вы видите эти краски от розового до голубого, сменяются волны, гранитные камни. Конечно, это очень красиво, это действительно очень романтично. Поэтому, если у вас есть пары, которые как-то хотят необычно отметить годовщину или день рождения, пожалуйста, помните, что вот есть такая опция, это действительно стоит того. На нашей территории отеля живут 11 гигантских черепах, которых мы усыновили и привезли с острова Майя. К ним можно зайти, их можно погладить, их можно покормить бананами, они очень социальные. И, конечно, мы обязательно вводим всех детей из детского клуба, рассказываем им, откуда появились эти черепахи, как за ними ухаживают. У нас есть маленькие черепашата, поэтому все, что касается черепах, у нас тоже присутствует. Это действительно очень интересно узнавать историю Сейшел и альтарских черепах. Ну, помимо этого, чем же заняться на Сейшелах? Конечно же, это все немоторизированные виды спорта. Это сапы, это каноэ, это каяки, это все бесплатно для всех наших гостей. Все моторизированные виды спорта на Сейшелах запрещены, кроме одного пляжа Бовало на острове Май. Больше нигде их не существует, поэтому все наши гости наслаждаются немоторизированными видами спорта с большим удовольствием. Что касается снорклинга, около нашего пляжа уже достаточно хороший снорклинг, уже можно посмотреть разнообразных разноцветных рыб, и мы даем все оборудование для снорклинга совершенно бесплатно всем гостям, но также можно уплыть на остров Кюриоз, который находится буквально в 5 минутах на лодке от нас, и там уже есть и коралловый риф, и там заповедник для 500 водоплавающих черепах, то есть уже можно туда приплыть, мы организуем такие экскурсии и посмотреть там, это очень интересно, очень здорово и совершенно не уступает красоте Мальдивам или Маврикию. И также у нас есть дайвинг-центр, мы обучаем погружаться, и, соответственно, уровню умений гостей мы возим их на разные споты, локации, где будет самое хорошее погружение. Но я всегда настаиваю на том, что Сейшелы – это не только отель, но это природа, и эта природа очень разнообразна на всех островах. Поэтому всегда говорите вашим гостям, вашим клиентам, что обязательно нужно брать лодку и плавать по разным островам, плавать просто вот такой айленд-хоппинг, где-то выходить, где-то плавать, где-то просто смотреть на один день, на несколько дней. И это действительно очень здорово, потому что красота островов Сейшел, она непередаваемая, и действительно все острова разные. Ну, я обязательно должна вам сказать про рыбалку, потому что рыбалка на Сейшелах это вау, это желтый тунец, это голубой марлин, это всевозможные рыбы. И один гость, который попал на рыбалку, не остался у нас недоволен, обычно привозит улов и дальше отдает нашему шеф-повару. Шеф-повар готовит все, что наши гости поймали, это, конечно, тоже очень здорово. Ну и в 20 минутах на лодке от острова Прасли находится остров Ладиг, третий по величине обитаемый остров. И, конечно, на Ладиге именно вы найдете вот такую вот красоту, такие огромные гранитные глыбы. Мне кажется, это самый инстаграмный пляж мира, где снимают огромное количество и рекламы к тому же. И вы можете это наблюдать своими глазами всего через 20 минут после того, как ваша лодка заберет, кстати, с пляжа Раффлс, потому что любая лодка может к нам приплыть собрать гостей, что тоже неоспоримый плюс. А также обязательно нужно брать машину в аренду, ездить по острову Праслин, заехать в Вале-де-Ме, Майская долина, где растут символы Сейшел, это орехи Коко-де-Ме. Там невероятная история, как эти орехи существуют дольше, чем существуют люди. Это эндемики, то есть вы можете найти это только на острове Праслин и только в этом заповеднике. Ну, а на Ладиге берут
обязательно велосипеды либо багги и ездят по острову, смотрят на ферму по производству ванили, либо на, на производство кокоса по старинке, когда он идет по кругу, мелит жернова. Это действительно уникальная экскурсия. Ну и дальше мы, конечно, ждем всех гостей обратно на прекрасный отдых в Рафал-Сейшелы. Такая вот красота, вот такой замечательный у нас пляж. Должна еще сказать, что песок у нас уникальный, потому что песок не нагревается очень сильно. Конечно, он будет теплый, но, тем не менее, все равно песок очень комфортный даже во время солнцепека. Сезонности на Сейшелах нет. Когда бы ни прилетели ваши гости, я думаю, что все равно им будет всегда комфортно и хорошо. Дожди бывают и непредсказуемы, но достаточно часто дожди проходят по ночам. То есть утром просто гости выходят на террасу и видят, что прошли дожди, поэтому могут понять по остаткам, по следам. Но такого, чтобы были какие-то очень долгие затяжные дожди на Сейшелах, бывает крайне редко. И поэтому действительно Сейшелы – это рай на земле, на Сейшелах нет цунами, на Сейшелах не бывает очень сильных ветров, на Сейшелах не бывает каких-то природных катаклизмов, а к тому же на Сейшелах нету никаких животных либо насекомых, которые пытаются вас убить, что, на мой взгляд, тоже очень здорово. Максимально, что вы можете увидеть, каких-то маленьких гекконов, небольших паучков, и, в общем-то, это совершенно часть природы, и это совершенно не опасно, и человека не пугает. Наверное, с моей стороны я постаралась вам уложить максимально в 20 минут все, что можно рассказать про Raffles. Мы провели и заканчиваем сейчас реновацию, поэтому практически все виллы у нас сейчас обновлены. Совершенно замечательно, все чисто, хорошо и красиво. Ну и, конечно, у нас огромное количество гостей из России и Украины. У нас есть русскоговорящий персонал в отеле, поэтому вашим гостям будет очень комфортно и хорошо. Надя, вам огромное спасибо, и спасибо за интерес к такому потрясающему направлению. Я действительно считаю, что Сейшелы – это то направление, которое обязательно нужно открыть для себя, потому что это иной мир. Это не похоже ни на что другое, даже сравнивая с соседями в Индийском океане. И после него, мне кажется, люди прилетают совершенно другие. Они прилетают все очень спокойно, и вот этого спокойствия и созерцания красоты хватает потом, ну, наверное, полгода точно. Это совершенно верно, потому что острова Индийского океана действительно дарят абсолютно разные впечатления, потому что каждый остров, он абсолютно разный. У меня даже бывает иногда, когда я сравниваю, делаю сравнительные таблицы, да, в чем разница между Мальдивами, Сейшелами, Маврикием, потому что, когда турист к нам обращается, он часто, вот дайте мне эти три направления, их приблизительно одинаково, да, и наша задача объяснить, в чем выгоды Сейшел, Мальдив, Маврикия, да, поэтому все вебинары, когда я читаю общее, да, о направлении, я их так и называю, почему Мальдивы или почему Сейшелы, да, они уже есть на YouTube-канале, их можно пересмотреть, вот, поэтому действительно, и разобраться в отельной базе, потому что я столкнулась с тем, что в открытом доступе нет вебинаров, которые бы рассказывали о отельной базе Сейшел, поэтому я решила, что нам нужно заполнить этот пробел. Я думаю, что потом коллеги, даже те, кто не участвует в этой серии вебинаров, смогут потом присоединиться, послушать, обновить свои знания.